Пуск заасфальтируют, покрасят и сразу же откроют. Ремонт Садового моста на финишной прямой. Путепровод готов почти на 80%. Уже на своем месте тротуарные и парапетные блоки, перила. Специалисты закончили работы по несущим конструкциям. Как только позволит погода, на второй половине моста проведут гидроизоляцию, потом уложат асфальтобетон и покрасят. Напомню, Садовый мост – важное связующее транспортное звено города. По нему можно быстро добраться из северной части Краснодара в центр. Чинить его начали прошлым летом. Путепровод пришлось полностью разобрать и собрать заново. Уже 7 ноября по нему вновь пошли трамваи, а в конце декабря частично восстановили и движение автотранспорта по одной половине.